день на итальянской автостраде солнца. Ренато! Я умерла. Так решили врачи. Сложные переломы и кома. Осторожно. Это был приговор. И поэтому они сделали для меня единственное, что могли. Вызвали родных. Как Анна? Со мной в машине была женщина. Коза? Что? Гвардали? Посмотри там. Порта ла барелла. Принеси носилки. Она будет жить? Пульс слабый. Эта женщина потеряла слишком много крови. Мама мия, сапете ки. Вы знаете, кто это? Это же она. Attenzione, 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 fate piano, fate piano. Сколько это может продлиться? Кто знает? Может, день. Может, месяц. А может, всю жизнь. Вызовите родных. Сейчас она далеко, но с ней необходимо разговаривать. Это нужно. За что? За что? Збигнев. Збигнев, что нам делать? Ночь вешает занавес тумана на танцующих эвридик. Аню, уж нигде тебя не опущу. Я тебя больше никогда не оставлю. Нигде? Никогда. Thank you.
два, три, четыре. Па-па-па! Ровно! Ровно. Ну, что есть, панове? Ну, что такое, господа? Два. Три. Два, три. Марек, Марек. Марек. Радушней жмеешь. Марек, улыбайся. Ну, так. Да, да. Но можно, можно? Можно ведь. Эй, 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 ужми. Улыбка. Но... Ха! Можно? А можно два, ведь? Три, четыре. Два, три, четыре. Шапку поправь. Шапку поправь. Стоп! Стоп. А где четвертая? А где четвертая? Нога ее болит. У нее болит нога. Нога. Нога? Нога. Нога. А мне тоже. У меня болит, тоже нога болит. И что? Кого еще что-то болит? У кого еще что а болит? Может, ренце, голова, около? Может, руки, голова, хвост? А может, сразу всех вас повысылать? Может, всех вас отправить в санаторий? Простите, я уже здесь. Появилась. Появилась. Чудесно. Появилась наша королева. Чего, пани, собе жить? Чего изволите, княгиня? Храбино. Княгиня. Храбино! Распустились к бочке. Прошу прощения, это больше не повторится. В провинцию. В дом культуры, а не сюда. Что это такое? Что это такое, черт возьми? На провинцию только с вами. На провинцию только с вами. Ну что? Репетируем. Увага. Внимание. Начинаем еще раз. Так есть, ясный пан. Да, мой господин. Ух, какая. Уважай, уважай. Смотри мне. Чинкую. Спасибо. Таня, что ж ты изгонишь? Да перестань, это пустяки. Идешь? А если будут офицеры, шампанское, тоже не идешь? Ну, ты же знаешь, я должна... Должна. А тут будет рано встать. И к тому же завтра рано вставать. Фирцел? Знаешь что? Ну, диара. Ты зануда. Ну, диара. Зануда. Ну, не Кадиллак. Конечно, не Кадиллак. Добро. Хорошо, я полетела. Пока. Самой прекрасной звезде, осветившей наш щецинник. Поехали. Да, моя госпожа. А как ваша подруга? Моя подруга – монахиня. Алло. Кто мувит? Да, кто это? Прошу мувить. Говорите. Алло. Алло. День добрый. Здравствуйте. Прошу, чи могу я вам просить? Простите, Збігнєва? Могу я попросить Збігнєва? Немного в дому. А его нет дома. А где ты будешь? А когда он будет? А вовсе с кем разговариваем? А, собственно говоря, кто это? Кто вы? Я. Я? Знакома. Знакомая. Знакома? Знакомая? А это его невеста. И будьте добры, пожалуйста, не звоните сюда больше, забудьте этот номер. Добро. Хорошо. Прошу, до свидания. Простите. До свидания.
Быстрее, быстрее, гейши. Барджи, ровно. Ровней. Синхронично. Синхронно. Анеля вспаняла. Анеля замечательна. А что ты робишь? Что ты робишь? Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Герман! 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 Стоп! Стоп! Мужчина, что сделать? Нужно делать это так. Сакура! Сакура! Тра-ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Разумеешь? Понимаешь? А что ты еще так смеешь? Чего ты смеешься? А может, сам выйдешь и уставишь этот номер? Может, ты сам выйдешь и поставишь этот номер? Нет. Нет. Так вообще не мечтал. Ты лепи уважай. Я так и думал. Смотри мне. Анеля. Анеля. Покажи. Покажи ей. Покажи. Сакура. Сакура. Я йоги но сорава. За то важнее, чем кого. За это я тебя люблю. А ты, Герман, естеш як... А ты, Герман... Як вежа Айфла. Как Эйфелева башня. Увага, начинаем еще раз. Внимание, начинаем еще раз. Нет, 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 минуточку. Аня сама. Аня сама. И... Сакура... Сакура, я ее имя сырова. Ну что? Аня. Аня. О что ходишь? Что такое? Могу. Я не могу. Чего не можешь? Почему не можешь? Неправда. Нет, правда. Нет. Я не хочу. Выйдите все. Сейчас же. Прерва! Перерыв. Ты хотела мне что-то сказать? Тебе. Я тебя слушаю. Но о что ходит нам не уж. Ну что такое? Ради бога. Мне Кшивка. Господин Кшивка. Вот это твое... Просто это все. Не мое. Не мое. Там целый мюзик-холл. И весь этот мюзик-холл. Я не мог. Я не могу. А кого ты еще уважаешь? Кого ты из себя возомнила, Герман? За Далиде? Далиду? Ты думаешь, что люди тут, или ты думаешь, что люди придут сюда, чтобы послушать твои песни? Нет, они приходят, чтобы увидеть шоу, и я хочу дать им это шоу. Понимаешь? Сядай, нам не будет Боскова. Сядь, ради бога. Так же невозможно с тобой разговаривать. Сменяем декорации, наступная сцена! Меняем декорации. Следующая сцена. А что ты хочешь петь? Не важно. Не важно. Не, но важно. Нет, важно. Прошу, бардзо. В милости прошу. Иди и пой. Выйди на сцену, выйди на сцену и пой. Альбо зайчи. Или уйди с моих глаз. Я ненавидя Бекс. Я ненавижу Плакс. Сцена! Ну выйди на сцену. Что то есть? Что такое? Тихо там! Тихо там. Ну что? Ну что? Они тоже должны работать. Они тоже должны работать, наверное. Затринай на милость. Начинай, ради бога. Задив мне. Удиви меня. Заставать уж одна минута. У тебя осталась одна минута. Гори, гори, моя звезда. Звезда любви преданная.
одно заветное, другого не будет никогда. Ты у меня одно заветное, другого не будет. Przepraszam. Простите. Аня? Аня? Пани? Вы? Приехала пани? Вы приехали? Нет, это не я. Przepraszam. Нет, это не я. Извините. Может, помогу? Давайте я помогу. Przepraszam, спешу. Простите, я спешу. Всего хорошего. Отпроводзе паню. Я вас проведу. Я шукаю пани. Я вас искал. Да? А зачем? Byłem we Wrocławiu. Я был во Вроцлаве. Только я не знаю вашей фамилии. А на факультете геологии 18 человек с именем Аня. Я действительно уже должна идти, а вас там ждут. Я думал, то есть надеялся, что вы позвоните. Зачем это все? Она чека там нареченого. Вас там ждет невеста. Она может неправильно это понять. Но... А это уже совсем неприлично. Но у меня нет невесты. Но то паньская жена. Ну тогда ваша жена. Яка жена? Какая жена? Нех пан не ударит. Не притворяйтесь. Звонила до пана. Слухавка поднесла паньская. Я вам звонила, трубку взяла ваша невеста. Teraz rozumiem. Теперь понимаю. Ве пан? Ну знаете. Аня. Аня. Аню. Аня. А та девчина с кафе? А как же та девушка в кафе? Была наречена, а это бывшая невеста. Жена моего приятеля. А теперь жена моего друга. Збигнева Красинского. Збигнева Красинского. Але не глупо. Как глупо. Нас на универку. Нас в университете называли Збигнев Большой и Збигнев Маленький. Я всех своих приятелей. Я всем своим друзьям уши прожужжал, какие во Вроцлаве геологи. А стишлей. А точнее. Jednego geologa. Один геолог. Porządna dziewczyna. Порядочная девушка. Naukowiec. Ученый. Badacz. Исследователь. A teraz tylko wszyscy śpiewają. Сейчас все только поют и танцуют. Wiesz, знаешь. Artyść. Артисты. Zbyszku. Zbyszek. Я muszę тебе. Я должна тебе сказать. Popatrz. Посмотри. От тамтего моменту не ношу зегарка. Я с тех пор не ношу часов. Я должна бежать. Але доку... Вечером. Но куда? Вечером. Вечером. Все Аня, вечером. Аня, я... Я вечером не... Я вечером... Аншлаг. Это Варшава. Это Варшава. То Варшава. Это Варшава. А не, якось там... а не какой-то там клуб в Шцинедольнем. Здесь один, даже самый мелкий промах, и нас всех отправят коров пасти. Особенно некоторых. Благо вас. Умоляю вас. Не срамите меня. И покажите им. Покажите им. На что вас стать? На что вы способны? Гитлер. Гитлер. Где Гитлер? Где Гитлер? Герк Шивка. Здесь Герк Шивка. Яцек. 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 Ты уважай. Смотри мне. Без непотребной презентации. Я дома зараз, так то я. На твари чуть ниби лампа, свечонцы попшес щекла мрок, и будь нездарте будет рампа, и так и непоказный крок. И вовсе тут мой мой шик, подкрецам го, а всисты брык. Тен бомщик, а тен бомщик, тен взрок, тен лоб,
ten pląsik i wdzięk, i lęki mina, i śmiech, tak jest to ja. Ach, panie, ach, panowie, tak trzeba śmiech, to zdrowie. Titina, ach, titina, to jedyna piosenka ma. Pamiętasz, była raz sobota, gdyś smutny, biedny, sam jak pies, był w kinie na gorączce złota, a jednak śmiałeś się do łez. A pani sobie przypomina, po swej żałobie pierwszy raz, gdyś przyszła na mój cyrk do kina, dostrzegłem, drogą twoją twarz. Zrobiłem tylko tak, a ty zaczęłaś śmiać się już przez łzy. Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik, to jego czy Czeplina? Kto więcej światu dał? Świat z niego się, panowie, dziś śmieje śmiech, to zdrowie. Tytina, tytina, to cała piosenka ma. А звезда гаснет. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя Не плачь, глупенькая. Ну что же ты?
Господин Кшивка, я ухожу. Что ты мувишь? Что ты говоришь? Спаковалась? Уже собралась? Не завтра. Не рано ли? Прошу мне отдать мой паспорт. Пожалуйста, отдайте мне мой паспорт. Господин Кшивка. Это абсолютно невозможно. Но я уже решила. Ну то. Тогда я прикую тебя к роялю. Сядь. Не позволю. Не позволю. Ясно? Не отпущу. Я понимаю, что ты уйдешь когда-то. И, возможно, уже совсем скоро. Но не сейчас. И не в такой способ. И не так. Добре. Хорошо. Панно Герман. Госпожа Герман, вас ждет кто-то у входа. Гость. Не, пани Кшивка. Нет, господин Кшивка, именно так и именно сейчас. Нет, это я вас жду. Катажина Гертнер. Мам для пани песенка, специально. У меня есть песня, специально для вас. Холу есть пианино, зараз я. Холу есть пианино, сейчас я вам ее сыграю. Необычно. Энергично. Мощно. Сильно. О чем эта песня? О мечтах, о мечтах, о мираже любви, о Эвридике. Об Эвридике. Катажина. Я хочу ее спеть. Можешь то заграть еще раз? Можешь сыграть еще раз. Господин Кшивка. Что? Я потребую эту панскую помощь. Мне нужна ваша помощь. Не сейчас. Не сейчас, Анеля. Не сейчас. Представляешь, у Сгурских родилась двойня, мальчик и девочка. Они предложили нам быть крестными. Кто ма такие дивные очи? Контрабас, микрофон вправо. Контрабас, микрофон вправо. Добре, и трошечка вверх. Хорошо, и немножко вверх. Добре. Хорошо. Над талежем ниже. Над тарелками ниже. Хорошо, Марек. Иди сюда. Добре. Здравствуйте. 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 Витам, паню. Здравствуйте. В
Początkująca. Начинающая. Możemy zaczynać? Możemy начинать? Tak. Да. Kamienice na rogu, każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu, eurybyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Jak dobrze śpiewa. Chorosho poet. Rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni. O rozwarte drzwi. Простите. Простите, госпожа. Пани Анно. Госпожа Анна. День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим попросить у вас автограф, можно? У меня? Да, мы были вчера на вашем концерте, вы чудесно пели. Где, здесь? Еще раз спасибо. Это прекрасно. До свидания. Анелла. Анелла. Где едет? Кто куда едет? Не знаю. Зубачим, может, посмотрим, может, у меня получится. Янечка. Ну и как там, по-вашему? Ну и как? Посмотри, что у меня. Что ты делаешь? Магда. Магда. Оцена. Оценки очень хорошие. Ну. Угощайтесь, девочки. Мама? Угу. Ну что же, за выпускниц геологического факультета, за новых первооткрывателей. Девочки, за вас. За вас. Пани Ирма. Госпожа Ирма. Бабчу. Бабушка. Аня хотела вам что-то поведать. Аня хотела вам что-то сказать. Вас что, уже распределили? Мама. Куда-то далеко, да? Можно и так сказать. Далеко от геологии. Наверное, Зося. День добрый. Здравствуйте. Я до пани Ани. К Ане. Gratulacje z okazji premiery. Поздравляю с премьерой. Вы, наверное, Збигнев. Так, да. С равнолегового року. С параллельного курса. Аня, почему не сказать, что он придет? Аня, почему ты не предупредила, что он придет? Ну, а вы, Збигнев, чем занимаетесь? Я физик. Я физик.
Чуть это не есть так интересующее. Конечно, это не так интересно, как Анина профессия. Да, мы гордимся. Аня у нас первый геолог в семье. Ну, не говоря, конечно, о ее отчиме. Он погиб в войну. Збигнев, скажите, а вы давно знакомы с Анечкой? Да, бабушка, давно. Аня вот тебе уратовала мне. Аня, собственно, спасла мне жизнь. Как? Аня? Да. Да. На шахте. Живя? Как? На Збигнева неожиданно обрушилась скала. Это пустяки, все с ним уже хорошо, он выстоял. Так, так, Аня была да-да. Просто поближе. Аня просто была рядом, когда упала эта скала. И чтобы спасатели быстрее меня нашли, все время пела. Через 2 часа. Целых 2 часа. Она имеет очень красивый голос. У нее очень красивый голос. В прессе написали бы, что... В прессе написали бы ангельский. Странно. Она ведь не умеет петь. В детстве, правда, любила. Потому что петь для людей – это большой грех. Петь надо только для Бога. Все остальное – от лукавого. Шришпан помента. Вы же помните, как стрекоза в той басне. Шришпан, веришь в Бога? Вы ведь верите в Бога. Аня, зварвала вас. Аня, ты с ума сошла. Шипрошен, Барто. Простите, пожалуйста. Нам не уж час. Мне уже пора. Как же пирог? Шипрошен. Простите. Анечка, а что происходит? Ну, добже, то я уж тоже пойду. Ну, хорошо, я тоже пойду. Не провожай меня. Не провожай меня. Герман! 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 Спасибо. Большое спасибо. Надо же на каждое выступление покупать себе цветы. Саш, Анели, возьми. Я не подшибу. Мне не надо. Анели, уймись. Оставь меня. Оставь меня. Мои золотые. Мои золотые. Анела. Анеля. Мои дорогие. Но нестеты стало. К сожалению, наши выступы добегли конца. Гастроли закончились. С самого сердца дякую. Искренне благодарю вас всех за отличную работу. Ласкала, стоим перед вами. Мы достойны Ласкала. Каждый из вас достанет премию. Поэтому каждый из вас получит премию в размере 2 месячных зарплат. Отпустите меня. Я знаю, что... Марок, Яцек, я знаю, что ты хочешь упустить меня. Я знаю, за что. Анеля, я чем-то тебя обидела. Отстань. Маленькое объявление. Все вы знаете о ежегодном фестивале польской песни в Ополе. Поедет там артистка. В этом году туда поедет артистка нашей труппы. А бенди нё? Это. Коханка режиссера Анна Герман. Любовница режиссера Анна Герман. Ну что? Ну что? Не видите, разбрав не аплодируйте. Теперь не кричите браво, не аплодируйте. Смотри, не откуси себе хвост. Ты же уважай. Ты тоже смотри. Уважай. Смотри. Ну что? Ну что? Видели все? Вы не знали? Thank you.
поезжаешь? Уезжаешь? А Ополе? Не надо. Я не поеду. Не хочу, чтобы все смышляли. Не хочу, чтобы все думали, нет, что... Нет, ну как так, очевидно. Нет, конечно. Только я не вем, что только веришь. Не знаю, знаешь ли ты... Маш долг? За тобой долг? До сплачения. А что? А что? Ну что? Мыслишь, кто? Ты думаешь, кто похлопотал за тебя в министерстве? И мыслишь, же что? Ты считаешь, что я сделал это из искренней любви к искусству? Что, пан, вы правы? Что вы делаете? Паня Кшивка! Господин Кшивка! Юлия! Называй меня Юлиан. Не упирайся. Не упрямься, девочка. Не будь наивна. Не будь наивной. Это ведь я сделал с тебя звезду. Сделал из тебя звезду. И теперь мне причитается что-то большее, чем просто благодарность. Да как вы смеете? Правда? Поставь. Ту властность państwo. Она казенная. Teraz jestem już spokojny. Теперь я спокоен. Teraz mogę już jechać. Теперь уже могу уезжать. Będzie jeszcze mnóstwo festiwali. Впереди еще множество фестивалей. А таких Анель, их будут сотни. Чем ближе к звездам, тем больше. Да, правда. Я верю. Но не переживай. Я верю в тебя. Ты masz kawał głosu. У тебя есть голос. И тяжкая рука. И тяжелая рука. Эй! Замкни дверь. Дверь закрой. Алло. Госпожа Герман, к вам до пришли. Мне? Ко мне? Да, господин Збигнев. Прошу поверить, что не могу. Скажите, пожалуйста, что я не могу. Або нет. Или нет? Нет. Нет. Прошу поверить, скажите, что я сейчас спущусь. За минутку. Через минуту. Аню? Аня. По что пришел? Зачем ты пришел? У тебя в дому не хотелось тебя. Аня, у тебя дома. Выстрашить. Я не хотел тебя напугать. Не видяем же певание то таинство. Я не знал, что пение это секрет. Я после твоего концерта много думал. Можем мы поразмовить где-нибудь? Мы можем поговорить в другом месте. Прошу. Для тебя. Прости, это тебе. Не треба, Збигнев. Не надо, Збигнев. Я утро выезжаю. Я завтра уезжаю. Аню. Аня. Можем на хвиле. Может, присядешь усядешь? На минутку? Прошу. Пожалуйста. Надолго выезжаешь? Надолго едешь. Препрошам. Прости. Я выезжаю спевать. Я уезжаю петь. Збигневе. Збигнев. Я не могу быть иной. Не могу быть другой. Я не хотел. Но послушай, я такая, какая есть. И я хочу петь. Я хочу петь. Я это поняла. Когда? Но остаточно дзисяй. Окончательно сегодня. Разумею. Понимаю. Так что... Прошу. Прости. Не, Аню, почекай. Нет, Аня, подожди минуту. Могу что-то поведеть? Я могу что-то сказать? Так, прошу. Да, пожалуйста. Прошу усядь. Пожалуйста, сядь. Хотелось тебе поведеть. Я хотел тебе сказать, что... Значит, справа выглядит так же... Дело в том, что... Я завжди хотел, чтобы моя жена спевала. Я всегда хотел, чтобы моя жена пела. Збигнев. Збигнев. Нет, шапа. Не надо.
Przecież ja dobrze wiem, я ведь помню, как ты смотрел на уличных музыкантов. Порядочные девушки не должны развлекать публику пением, правда? Я врал. Бесстыдно. Да? И ты вышел с моего концерта из любви к музыке? Нет, я не смог вынести, что ты поешь не для меня. Знаешь что, мне кажется, ты снова врешь. До свидания. Нет, Аня, прошу тебя, прошу. Мне кажется, что именно сейчас я не лгу. Может, это не совсем подходящее место, но я хотел бы сказать, что я... Мне кажется, я тебя очень люблю. И не важно, подходящее ли это место. Збигнев, ты физик, а я певичка. Ничего, я пожертвую собой. Нет, это уже слишком. Аня, послушай, мне кажется, что физик и певица... Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к Анне Герман. В каком она номере? Минуточку, у нее гости. Как мне вас представить? Нет. Я подожду. Хорошо. А я хотела все бросить ради тебя. Не надо. Ты должна петь. Кто с нами? А как же мы? Ты же видишь, какая у меня жизнь. Это не важно. Мы подождем. Все правильно. Она живет в этой гостинице, но сейчас она не одна. Ты свободен, Франек. Ничего. Столько ждал, еще подожду. За старые времена. Из-за польских артистов.